читальном зале Башкирского педагогического университета собрались более 60 выпускников на церемонию награждения. Отличившимся в научной, спортивной, творческой или общественной деятельностях тут вручают благодарственные письма и памятные подарки. Руководство университета посчитало важным отметить выдающихся студентов, которые добились наибольших успехов за период обучения. С поздравителями напутственным словом к выпускникам обратился ректор Акмулинского университета Салават Сагитов. Наш университет всегда был самым лучшим с точки зрения активности, с точки зрения общественной работы, с точки зрения волонтерской работы. Действительно, мы всегда были самым лучшим, а вы продолжаете те самые славные традиции и вдыхаете новую жизнь. Опять-таки, нынешним студентам показывайте, как можно организовать студенческую жизнь. Лучших студентов наградили за активное участие в спортивной деятельности и вклад в развитие студенческого спорта вуза, за сохранение традиций и ценностей университета, за успешное выполнение исследовательских задач и значительные достижения в сфере наук, культурно-творческой жизни вуза. 4 года. Ну, во-первых, это прошло вот так вот. По щелчку это было реально незаметно. На одном дыхании максимально насыщенно было. И одновременно как-то незаметно прошло. Она на самом деле прошла очень-очень быстро, даже незаметно, но очень ярко, красочно и как раз запомнилась та творческая и спортивная жизнь в университете. Я целенаправленно хотела пойти учиться на переводчика, потому что мне нравится эта профессия. И весь процесс учебы, все 4 года прошли очень интересно, особенно последний 3-4 год. Я очень сильно благодарен нашему университету, потому что если проникнуться вот этой активной деятельностью, это как-то и воспитывает, и дает какие-то новые возможности, новые навыки, которые вот пригодятся в будущем, потому что если бы не вот эта активная жизнь в университете, мне кажется, я бы не стал вот таким человеком, которым выпускаюсь. Также Салават Сагитов поздравил победителей ежегодной спартакиады на Кубок ректора. По итогам общекомандного зачета 3-е место заняла команда колледжа БГПУ имени Акмуллы. 2-го места удостоился Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Абсолютным победителем и обладателем Кубка ректора университета стала команда Института физической культуры и здоровья человека. Если бы это было по-другому, наверное, да, то есть они подтвердили свое имя самого физкультурного факультета, но вы видите, уже физики уже наступают вам на пятки, поэтому будьте на чеку, поздравляю. Поздравляем студентов с окончанием учебы и желаем успехов в защите выпускных квалификационных работ.